по таким ямам люди у нас ездят. Чтобы измерить глубину ямы на железнодорожном переезде на Можайском шоссе в районе Чистцов, длины дорожной рейки не хватает. А это значит, что максимально допустимые для выбоин параметры 5 сантиметров в глубину и 15 в ширину однозначно превышены. Впрочем, это видно и невооруженным глазом, но инспекторы должны зафиксировать выявленные нарушения по всем правилам. Водители готовы все подтвердить. Очень в плохом состоянии. Машину можно разбить в 6 секунд. Переезд в Чистцах – собственность Министерства обороны. На контакт ведомство идет неохотно, говорят инспекторы. Впрочем, точно так же оно следит и за состоянием своего имущества. По факту выявленных нарушений, а это не только яма, но и плохая уборка снега, проверяющие составили акт, который передадут собственнику. Государственными стандартами предусмотрены жесткие сроки по исполнению предписаний, по устранению тех или иных недостатков. Нами будет в обязательном порядке проведена контрольная проверка. Согласно все тем же стандартам, ямочный ремонт на дорожном полотне переездов должен быть сделан в течение ближайших 5 дней. Сколько? 9 сантиметров. Галицинский переезд на Малом Московском кольце принадлежит российским железным дорогам. Постоять здесь в пробке для многих водителей уже почти традиция. Ужасные постоянные пробки здесь, туда, что в эту сторону, что в другую, поэтому постоянно теряешь много времени здесь. Начальник участка перегона Одинцова-Галицина с выявленными нарушениями согласен. После получения составленного инспекторами акта готов начать работу для их устранения. Планируем работу на это. Ну, то есть, если с асфальтом, мы должны заказать асфальт. Если мелкие, я беру и устраняю все замечания, которые мы выявляем при этих осмотрах. Пока плохое состояние дорожного полотна железнодорожных переездов на аварийную ситуацию в Одинцовском районе не повлияло. Зато регулярно ухудшает пропускную способность дорог и портит настроение автомобилистам.